Сегодня прошло заседание правительства Магаданской области, в ходе которого министры совместно с губернатором обсудили несколько тем. Одна из них – это основные подходы и сроки формирования обоснования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств областного бюджета. Основные задачи распределения бюджета – обеспечить его сбалансированность и мобилизировать доходы, эффективно использовать каждый бюджетный рубль, а также провести анализ направлений деятельности подведомственной сети учреждений и организаций. В июне текущего года в закон Магаданской области о бюджетном процессе в регионе были внесены изменения, которые касались изменения сроков внесения проекта закона Магаданской области и регламента его рассмотрения. То есть теперь внесенные изменения позволяют провести бюджетные процедуры и соблюсти все требования бюджетного кодекса Российской Федерации. Что я имею в виду? То есть теперь у нас бюджет будет приниматься не в последние дни декабря, то есть нам остается на новогодние каникулы принимать лимиты бюджетных обязательств и учреждениям составлять кассовые планы, а то есть это, на это у нас будет весь декабрь. Согласно новой редакции закона, проект областного бюджета должен быть внесен в Магаданскую областную думу до 20 октября. Но в связи с тем, что Минфином установлены другие сроки, мы должны весь пакет документов направить до 11 октября, соответственно, эту работу мы сделаем раньше. Во время встречи уточнили необходимые объемы на заработную плату. И в конце августа запланирована бюджетная комиссия, только уже с городскими округами.